Только с 15 января по 15 февраля совершай покупки на сумму от 500 рублей в аптеках «Фармакопейка» и становись участником розыгрыша сертификата на путешествие мечты. Спонсор прогноза погоды – сеть аптек «Фармакопейка». Лекарства по доступным ценам. Здравствуйте, с вами Кристина Смирнова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. В субботу северо-западные ветры принесут на юг Тюменской области снежные облака и холодный воздух полярного происхождения, из-за чего температурный режим окажется немного ниже своей климатической нормы. Так, 4 февраля в Тобольске хмурое небо, ожидаются осадки. Ночные часы -24, днем 19 градусов ниже 0. Вышами переменной облачности небольшой снег, под утро температура воздуха составит -20, после полудня 16 градусов со знаком минус. В Заводоуковске солнечно, есть вероятность осадков. Ночью ожидается 23 градуса мороза, а днем столбики термометров покажут -18. В Ялуторовске схожая погодная ситуация, после полуночи до -24 градусов, дневные часы -17. В Тюмени облачно возможен кратковременный снег, ночью прогнозируют -20 градусов, дневная температура составит -17. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду.